Всем добрый вечер. Это футбольная Тула. Это очередной тур Мэлбет первой лиги. Тур под номером 10. Илей в этом сезоне встречаем вместе с вами в рамках тульского матча. Арсенал принимает ярославский Шинник, команду сенсацию этого сезона. Свет далеких планет. Помните, как пела дискотека «Авария»? У нас уже зажегся над стадионом. По краям обороны 8-й. Артем Попов, 24-й. Александр Коротков. Давай атаку. Да, первый! Близко было, неплохо. С левого края подключение Артема Самсонова, центрального полузащитника. Здорово, с левой ударил. Проверка боем. Да, бодрое начало от гостей. Качев. Передача на Макарова. И слева, и рабочий. Ах! Трибуны выдохнули, вдохнули. В дальний угол. Левая. Борьба в штрафной продолжается. Толчия. И под ударчик забивать. И забивает Арсенал. 1-0. 15-я минута. Шинник в шоке. Как получилось, что дали футболисту беспрепятственно пробить. Давайте поздравлять. Поздравлять забитым мячом Арсенал. Великолепная атака. И самое главное, что футболисты Шинника позволили Арсеналу уже внутри штрафной катать мяч. И прострельная передача. Как же здорово разобрался Анатолий Макаров. Еще момент может быть. Качев на Джонатана. Он один бьет. И 2-0. Вот это нокаут уже возможно от Арсенала. Джонатан, Макаров, Качев. Ну, полузащитники наконец-то заиграли так, как этого от них требует Старожук. Вряд ли тут стоит вести речь о каком-то прям момент. Еще один спасает Довгни от 0-3. Это был бы, я думаю, приговор. 0-2 тяжело, а 0-3 вот Довгни за второй пропущенный мяч. Желтая будет. Здесь что? Здесь Левин, Макаров, ну Попов. Вот наконец-то Артем пытается финтить, уйти под левую. И чуть-чуть не хватает замкнуть Левину, который начинал. И сам же потом на дальней штанге ждал передачи ответной. Снова красно-желтый. По центру Левин. Здорово. Макаров. Пробить можно. Но потерял несколько сантиметров, прошел дальше и потерял время. И здесь, конечно, мне кажется, первым касанием читалось попробовать пробить, потому что потом уже гораздо более острый угол был. И Гилоян, подавай с левой. Так и есть. И вот с ударом 3-0 в раздевалочку было бы просто вкусно. Но нет, не попал в створ сейчас Сергей Ткачев. И пока это, мне кажется, сильнейшая линия на поле. Здорово, пролетает сейчас Шинник штрафную. И едва мяч не попал. Быковский уже отработал свой выход на поле. Конечно, сейчас Шинник мог подобраться на расстояние одного гола. А Арсенал отбивается. Шинник отбивается. Арсенал атакует. Удар с позиции левого крайнего. Это Быковский, который и в обороне, и в атаке хорош. Показывают нам Довбню. Смотрим момент. Подача. Прострел под ударчик бы. И пробить Левин. О, Довбня. Красота какая. Красотища. Зрячая. Левин в дальний. Непростой выезд к команде Парфенова. Тем более после такого поражения. Все. Свисток главного судьи матча. Михаил Черемных показывает на центр.